Итак, сегодня у нас продолжение дня 13 июля. У нас начинается гроза. Пока еще только сверкает в небе. Очень красивые кадры. Вот так выглядит наш поселок вечером. Смотрите, как сверкает в небе. Прям вообще волшебные кадры. Очень много всплесков света, но грома пока мы не слышим. Так периодически погромыхивает. Смотрите, вот там впереди Алушта. Все сверкает. Это вообще так прям интересные кадры. Смотрите, как ярко вспыхивают молнии. Печально. Завтра, наверное, будет плохая погода. Ух ты, вот это да. Вот это кадры. Смотрите, какая у нас скоро будет гроза. Все идет к нам. Очень интересно полыхает в небе. Любуемся видом. Прям мелькает друг за дружкой. Ой, еще и там. Ух ты. Вот это да. Очень часто мелькает молния. Почему-то греметь перестало. Ух ты, какие кадры. Смотрим. Люди еще ничего не предпринимают. Гуляют, сидят, едят, пируют. Вот так у нас проходят вечера в нашем поселке, в нашем отеле. Люди садятся вот в такие домики, кушают. И никто не убегает, даже грозы не боятся. Вот здесь вот еще дополнительно столики поставлены. Кто-то сидит подальше, кто-то вот здесь вот с фонариками кушает. Кто-то арбуз ест, кто-то пиво пьет. А гроза все приближается. Смотрите, в небе так и сверкает. Люди даже вот купаются, вижу, там плавают. Пахнет шашлыком. Эх, обидно. Если завтра будет гроза, у нас завтра последний полный день, и послезавтра мы уже уезжаем. Вот такие кадры. Сверкает, сверкает. Того гляди, начнется. Я таких кадров не видела. Даже у нас дома. Ух ты, какая вспышка яркая. Немножко поснимаю. Хотя там музыка вроде играет, но я думаю, не услышит никто. В общем, буду говорить, чтобы YouTube не заблокировал. Кто-то включил радио, приходится. Ну или там не радио. Ой, какая вспышка. В общем, вот. Что-то приближается к нам. Сверкает и сверкает. Ох. Представляете, с какой частотой вот это вот сверкает? Минуту несколько раз. Такие вспышки на небе. Ну, в общем, пока прервемся. Поснимаю еще попозже, что тут получится из этого. Так, вот продолжение нашей грозы наступающей. Стало очень часто мелькать молния, и уже громыхает гораздо громче. Все приближается, приближается к нам. Но люди так сидят, вот смотрите, так сидят. Никому ничего не страшно. На самом деле очень мелькает сильно. Чаще гораздо и опаснее как бы находиться. Но люди даже вот плавают, смотрю. Наших людей ничем не напугаешь. Вон, плещется. Видите, какие всплески идут. Это люди купаются. Наших людей ничем не испугаешь. Вот даже, смотрите, какой-то кораблик там. Маленькая белая, ну, яркая точечка. Это какой-то кораблик плывет. Вот. Смотрите, в небе что.
прям каждую, ну, несколько секунд молния появляется. Вот. Очень. Смотрите, как часто, часто мелькает молния. Уже и гремит. В общем, наверное, завтра нас ждет что-то. Сегодня в Симферополе была гроза. Вот, когда мы проезжали, там прям реки текли, когда мы ехали с экскурсии. Но нас это, конечно, Бахчисарай не застало. Вот, но здесь вот чувствую, только еще все начинается в нашем утесе. Вот, поэтому не знаю, когда начнется дождь. Время уже 10 вечера. Вот так вот все выглядит. Уже очень часто вспышки. Видите сами. Никогда мне так не получалось снимать молнию. Ну, в общем, вот такая вот картина. Ну, не знаю. Пока снимать не буду уже одно и то же, но все учащается. Так, вот началась гроза. Люди побежали наконец-то, убегают. Испугались. Стало много света. Все рванули по домам. Начался дождь сильный. Ой, даже к нам на балкон вот уже заливает очень сильно. Так что все, нас поливает. Вот небо так и сверкает. Ой, даже еще ярче. Вот, все убежали наконец-то. Ух ты! Вот это да! Все, у нас началось. Светопредставление. Вот так вот. Это у нас балкона. Красота такая. Все. Дождались. Можно идти спать. О, поливает. Шум. Реки потекли. Вот это да, как днем сверкает. Ой, шумит хорошо. Вот это да. Гроза. Мы сидим на балконе, наблюдаем.